Не только сельским домам культуры, но и кировским театрам будут выделены деньги. Федеральный проект «Местный дом культуры» в этом году был преобразован. Сейчас он называется «Культура малой родины». Координатором проекта, как и в прошлом году, стал Рахим Азимов. Как рассказали на общественном совете этого проекта, он прошел сегодня впервые в обновленном составе. В этом году на детские постановки и ремонт театра «Кукол» и театра на Спасской будет выделено 4 миллиона рублей. Причем каждое учреждение сможет самостоятельно решить, на что потратить деньги. Например, в театре на Спасской решили 300 тысяч направить на ремонт и покупку нового оборудования. Остальные деньги, а это 1 600 000, пойдут на постановки. В театре «Кукол» на 1 миллион обновят техническую базу. При этом по условиям проекта каждый театр должен на выделенные деньги поставить как минимум 2 новых спектакля. Двух этих постановок в ТЮЗе, например, в театре на Спасской будет израсходовано 1 600 000. В театре «Кукол» на две постановки будет израсходовано 860 тысяч. В принципе, у нас уже в мае на Спасской первая премьера пройдет.